На рубеже 19-20 веков английский социолог-утопист Эбенезер Говард предложил миру концепцию идеального города-сада. Говард изложил свои мысли в книге «Города-сады будущего». Город-сад он представлял как малонаселенное и малоэтажное поселение, которое сочетает в себе преимущества города и деревни. Люди в таком городе живут в гармонии с природой, в уютных, зеленых, благоустроенных районах. Он считал, что в городе-саде должно жить не более 32 тысяч человек. Город должен быть создан по круговой системе и поделен на сектора. В центре города сад, окруженный общественными зданиями. Второй круг – зеленый парк с застекленными оранжереями, спортивными площадками, торговыми и выставочными зонами. Далее чередуются круги жилой застройки и зеленых насаждений. Город-сад окружает два пояса. Первый похож на большой парк, в котором расположены школы, церкви, административные здания, а второй – промышленная зона. Вокруг города – общественная земля, которая берегается от застройки.